Ну, поехали. Да нет, можете шевелиться, даже дышать. Как вас зовут? Люда? Юлия. Понятно. Будем рисовать Юлию. Наверняка Юлия выглядит иначе, чем какая-нибудь там Мария, например, да? Ты ее так думала. А глаза зеленые. А глаза зеленые. Да? Большие? Стандартные. Стандартные? Нет, я думаю, больше стандартные. Ушей нету. Ладно, без ушей нарисую. Нос один. А глаза два. Как интересно. Одноглазых навалом бывает, конечно. Носа два. Тихо. Да, вот правильно, тихо. У вас же мест много, где можно ездить и кричать. Вы даже и снимаете это? Ну да, на память. Сколько стоит? Да нисколько, можно сказать. Реально нисколько? Конечно. Я рисую это бесплатно. Вот отдавать только за деньги приходится. А сколько стоит? О, а тут уже по-разному. Короче, для тех, кто просто так любопытствует, бесплатно. Отдаете? Нет. А, рисуете? А? Рисуете бесплатно? Ну, конечно. Это вы тоже рисовали? Не, я вообще не умею рисовать, я первый раз сегодня пришел, сел тут, думаю, может, что получится. Не, ну так-то красиво. Ничего, да? Ну да, нормально. Получается? Ну вот, может, дальше буду рисовать. Ну, все время только с носом и с ртом это да? Проблема. А что, подскажи? А рта-то еще вообще нету, какая может быть проблема? Это у меня проблема. А, у тебя? Да трудно не обращать внимания, когда за спиной стоят. Они шизики, вообще капец, они обордевшие. А что ты с ними связался? Да я не знаю. Это рот расчет. А это? Дима, тоже что-то. Так. А надо как, похоже или красиво рисовать? Ну, по мне нормально так. Нет, я говорю, рисовать как надо, похоже или красиво? Ну, как девушка... я бы, наверное, рисовал. Да. Старался бы немного похоже, конечно.
Да. Ну и красиво. А ты знаешь, некоторых людей нарисуешь похоже, а он получится некрасивым, если он страшный, например. Ну, тогда надо это. Чего, врать? Не, нормально же получается. Лимончик. Нет, получается, что у меня всегда нормально. Давай. Получается. Вот тебя надо похоже или красиво рисовать? Тогда красиво. То есть ты некрасивый, я должен, значит, нарисовать не похоже. Слушай, не крути ты здесь, все в другом месте покрути. Хорошо. Ребят, я вам тут не мешаю, сижу, можете нас на другое место пересесть. Немножко красоты добавим. А может вас все-таки умный нарисовать? Ну? Нет, надо выбирать или красивый, или умный. Давайте выбирайте. Умный? О, ёлки-палки. Приделать все придется. Ой, еще немножко. Счастливо. Вот появились люди, которые понимают все в красоте. Оценку мне поставили. Почему люди? Считают возможным давать другим людям оценку. Ну, художника, по крайней мере, каждый считает необходимым сказать. А когда ты ставишь оценку человеку, ну, даже хвалебную, какая разница? В любом случае ты как бы заявляешь свою позу сверху. То есть, если я могу оценить тебя, значит, я в этом деле хорошо понимаю и лучше тебя. А? Значит, я судья. Вот. Нет, в принципе, можно высказывать свое мнение, но обязательно надо все-таки как-то добавлять, что это вот по-моему, наверное. Или мне так кажется, или я так думаю. А когда оценка безапелляционная, подходит там. Красиво рисуете. А кто ты такой, в общем-то? Чтобы, значит, я вообще сомневаюсь, что большинство людей что-то понимают в красоте. По крайней мере, когда я их спрашиваю, я говорю, а как вы отличаете красивое от некрасивого? Все, на этом все оценки заканчиваются. У людей возникает ступор. Они не могут мне ответить, почему красиво. Я говорю, ну а как я могу тебе поверить тогда, если ты не можешь мне объяснить, почему красиво? Вот тут начинается всякая белиберда обывательская. Самый стандартный ответ, самый глупый.
потому что мне нравится. Я говорю, ну мало ли что тебе нравится. Кому-то нравится там еще что-то делать, еще что-то делать. Это же не значит, что это правильно, красиво и хорошо. Кому-то в носу нравится ковырять. Это что, правильно, что ли? Это хорошо, что ли? Это красиво? Ну вот. Вы правильно говорите, что это субъективно? У каждого своя система. Вот. Умные люди это понимают. И поэтому такими словами не разбрасываются. А глупый... Вот видите, какой простой тест. На хамство, на ум, на воспитание, на логику. Вот. Или уж если ты сказал красиво, то объясни, почему это красиво. А если не можешь объяснить, то извини, за базар отвечать надо вообще. Вот. Дело в том, что понятие красоты, оно очень условное и обывательское. Понятие красоты, оно недоказуемое. Это чисто вкусовые дела. Вкус. Оно разное, понятие красоты, у разных людей. Понятие красоты, это, скорее всего, культурное понятие, относящееся к той или иной определенной культуре. И, в общем-то, да, можно поверить человеку одной с тобой культуры, то есть равному. А когда человек из другой культуры берет на себя, то я понимаю, что этот человек бескультурный. То есть бескультурный, то есть он вне моей культуры находится. Очень просто. И тем не менее, у красоты есть другой синоним, научный, который как бы доказательный. Это не что иное, как понятие гармонии. Мы сошлись, когда я подумала о гармонии. И вот у гармонии есть четкие критерии, правила, есть четкие совершенно закономерности, о которых простые люди даже и не подозревают. Судя о красоте по-своему, они, в общем-то, часто попадают в понятие гармонии. Хотя бы уже потому, что гармоничным можно считать нахождение в той или иной культуре. То есть то, что будет гармонично происходить, смотреться, оцениваться, например, в среде в уголовной, там вполне гармонично там этика другая, нежели в среде, скажем, там, научной интеллигенции, то там и красота другая. И тем не менее, гармония более доказуема. Там можно четко сказать, почему это гармонично, а это не гармонично. Соответствует или нет. Потому что гармония – это не что иное, как целесообразности система. Как только система исчезает, исчезает гармония, и мы начинаем двигаться к хаосу. Хаос по определению не может быть красивым, в общем-то. Все-таки. Хотя мусор какой-то где-то когда-то может быть. Но этому всегда можно найти объяснение. А вот спроси обывателя, красив ли мусор, он всегда скажет нет. А мы, зная, что этот мусор произошел по какой-то причине, например, руины древние, они могут быть красивыми. Ну, опять же, тут
А? Но ведь, по сути дела, руина – это разрушение системы было, произошло. Да, но мы хотим видеть, как это выглядело в прошлом. И... Скорее всего, все-таки природа сама систематизирует, скажем, за счет там патины, еще каких-то вещей. Все равно они попадают, руины, потом начинают вписываться в природу, в окружение, в вот и образуется вот эта система историческая, скажем так. Наверное, так. Но так или иначе, вот говоря о гармонии, говоря о системе, мы уже можем рассуждать, мы уже можем как-то доказывать. А если мы будем говорить просто красиво или некрасиво, то мы ничего не говорим. Ничего не... Ну, просто это... Поэтому, если и говорить слово «красиво», то можно говорить только с... «по-моему». Красиво. Ну, тогда это как-то сглаживает субъективность и делает оценку более интеллигентной, скажем так. Ой, какая у вас там интересная. Она и с этой стороны тоже есть. Ну ладно, с этой уж не будем рисовать. Рука замерзла? Чуть-чуть. Так вы шевелите руками. А я шевелю. А на меня-то не смотрите влюбленными глазами. Ну и ладно. Вот я и нарисую ваш этот никакой взгляд. Бессмысленный взгляд. Нарисую. Все женщины врать готовы. И скажешь, смотрите на меня влюбленными глазами. Ну сейчас, сейчас, пожалуйста, пожалуйста. Еще никто не отказывался. Стараемся. Во-во. Ладно, рисуем вам родинку и на этом заканчиваем. Ну, дома сами подрисуете, если что. Я постараюсь не26-е, 23-е. Вот. Красиво или некрасиво? Чуть-чуть с хитрецой. Ну так вот, как смотрели. Как смотрели, так и есть. Иногда выставляю, не всегда, но в общем, да, в интернете, где, на Ютубе, ну это везде, где можно было раньше-то. В Фейсбуке много было, в Инстаграме.
Еще запись с вами покажем, нет? Мне разрешение надо. Разрешаю. Я обычно без разрешения не выкладываю. А я думала, вы скажете, я пришла без разрешения. Ну, как вам сказать, разные случаи бывают, когда видишь, что человек, ну, совсем все безразлично там, или как бы, или там никак личностных никаких нету моментов. И потом я вас-то лично не снял. Я только портрет снимаю. А пусть кто-нибудь догадается, кто это. Если догадается, значит хорошо. Да, если догадается, то значит хорошо. А если не догадается, значит и ничего страшного, да. Вот. Я не помню, да, я не взял сегодня лак для волос. В принципе, вставите вот в паспорту вот в такое, видите, рамку покупаете в два раза больше, чтобы она вот у вас была с таким белым полем. Именно такая, да. И тогда все будет нормально. Так. Сейчас я вам дам. А, ну, записывайте.